Вы рассказали мне о войне. О том, как содрогалась земля и пылали небеса. В котором сильные охотятся на слабых. Но так не должно быть. Алита недавно тут. Она еще всему учится. В этом мире непросто. Покажу тебе кое-что. Ого. Это тело. Я чувствую необъяснимую связь с ним. Прошу, отойди подальше. Это вовсе не игра. Это охота. И ты должен ее уничтожить. Дисней представляет. И у нас отбирают дом, наш дом. С тех пор, как мамы не стало, все разваливается. Как же вовремя вы появились. Мэри Поппинс возвращается. Ты меня слышишь? Я боялся, что не смогу соответствовать возложенным ожиданиям. Я хочу переписать историю. Даже не притворяйся, что дело в твоем отце. На кону куда больше, чем просто титул. Крид 2. Помнишь про Угамон? Я еще тебя все время просила его прочитать. Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон. Раз, два, три, четыре. Кто не спит у нас в квартире? Дражайшая королева, вы безумны. Дарите мне дворец. Королева – необыкновенный человек. Они все пялились, да? Я не видела, но я знаю, я слышала слово «жирное». Чудищем, детям на забаву. Вы стали близки с Абигейл. Она подлая дрянь. Вы ревнуете. Прогоните ее. Я не хочу. Я должна контролировать ситуацию. Бросай! Я сама за себя. Всегда. Я не дам вам уничтожить меня. Вы наслаждаетесь всем этим. Я рада, что вы вернулись из... А, да. Уверена, и вы окажетесь там однажды. Вы
вы ничего не знаете обо мне. Капитан Марвел. Сегодня мы отправимся в важнейшую миссию за всю историю человечества. За всю историю человечества. Будущее Земли отныне в наших руках. Старайтесь выжить и вернуться назад. Потеряна вся связь с большей частью мира. Мне страшно каждый день. А вам страшно?